Концертный зал Ельского университета заполнили 1200 студентов. Сюда их привел поиск одного из самых неуловимых сокровищ жизни – счастья. Как его обрести, рассказывает профессор Лори Сантос. Ее курс «Психология и счастливая жизнь» стал самым популярным за 300-летнюю историю университета. Желающих его прослушать уже так много, что курс выложили в интернет. Существует психологический феномен неверного желания, когда хочешь чего-то не того. Мы много трудимся ради большой зарплаты или покупки большого дома, но это ошибка. Все это не принесет того счастья, на которое мы рассчитываем. Лори Сантос называет 4 необходимых условия для счастья. Это живое общение с семьей и друзьями, физические упражнения, медитация и возможность хорошо высыпаться. Исследователи пытаются понять, как люди становятся счастливыми. Счастливые люди проводят много времени с другими. Они уделяют внимание друзьям и семье. Они даже находят время, чтобы поболтать с баристой. Общение с людьми – это социальные связи. Они необходимы для счастья. Профессор также считает, что нужно быть доброжелательным и уметь почаще благодарить других. Для этого нужно над собой работать. Счастьеведение студентам уже помогает. Я стараюсь отслеживать свои мысли, наблюдаю за эмоциями и тем, что их вызывает. Стараюсь не расстраиваться из-за оценок, работы и прочего. Пытаюсь сосредоточиться на настоящем и окружающих меня людях. Ельский университет – один из старейших в США. Его выпускниками были 5 американских президентов, известные политики и знаменитые актеры, такие как Пол Ньюман и Мэрил Стрип.